ажурный узор, листики. Вот такая есть схема этого узора. Узор вяжется необычно и, в общем-то, интересно. Раппорт узора 10 петель и 4 петли нам понадобятся для симметрии узора. Я вам покажу на двух раппортах. Вот я набрала цепочку из 24 воздушных петель. Теперь делаю петлю подъема и вяжу 4 столбика без накида. Раз, два, три и четыре. Теперь начинаем вязать сам листик. Для этого делаем 11 воздушных петель. На схеме их нарисовано 10, но там не учтена петля подъема поворота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И теперь во вторую петлю мы вяжем столбик без накида, еще один столбик без накида, следующий столбик с одним накидом. Теперь увеличиваем количество накидов в столбиках, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами, и столбик с четырьмя накидами. Вот такая вот у нас получилась половинка листика, и здесь у нас осталось 4 воздушных петли. Теперь что мы делаем дальше? На нашей начальной цепочке мы пропускаем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 петель мы пропускаем и в седьмую вяжем столбик без накида. Вот в эту вот петельку. Дальше еще 3 столбика без накида, следующие воздушные петли. А теперь вяжем еще вот такую половинку листика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И таким же, также вяжем 2 столбика без накида, 1 столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, столбик с тремя накидами, и столбик с четырьмя накидами. Также пропускаем 6 воздушных петель. Ну, у меня это конец ряда, поэтому я вот на последних 4 воздушных петлях свяжу 4 столбика без накида. Такие вот у нас получились листики. Для перехода к следующему ряду делаем 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поворачиваемся, вяжем столбик без накида вот в петлю подъема. 2 воздушных петли, столбик с одним накидом мы вяжем над вторым столбиком без накида. Вот он, у нас эта петелечка. 2 воздушных петли,
столбик с двумя накидами. Мы вяжем над столбиком с двумя накидами. Вот. Ну, не над столбиком, а на той же воздушной петле, где у нас столбик с двумя накидами. Две воздушных петли. Столбик с тремя накидами вяжем на той же петле, где у нас столбик с четырьмя накидами. Две воздушных петли и столбик с четырьмя накидами, отступив одну петелечку. И дальше столбик без накида в верхушечку следующего полулистика. Здесь также 2 воздушных петли, столбик с одним накидом над вторым столбиком без накида, 2 воздушных петли, столбик с двумя накидами в ту же петлю, где столбик с двумя накидами, 2 воздушных петли, столбик с тремя накидами в петлю, где у нас столбик с четырьмя накидами, 2 воздушных петли и столбик с четырьмя накидами, отступив одну петелечку вот сюда. И в конце ряда, чтобы его закончить, также столбик с четырьмя накидами в первый столбик без накида. У нас получился вот такие вот листочки. Следующий ряд вяжется точно так же, как первый, то есть воздушная петля, столбик без накида над вот последним столбиком листика, 2 столбика под воздушные петли. И здесь я предлагаю столбик с накидом связать, вот пропустив этот столбик, чтобы вот немножко вот уменьшить это расстояние. Хотя это, в общем-то, вопрос спорный. И также 11 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Такой же полулистик. И дальше все точно так же. То есть 4. Прикрепляется он вот столбиком без накида к самому длинному столбику, 2 столбика без накида сюда и один вот под цепочку. В общем-то, вот и вся хитрость. Здесь вот практически, ну, из двух рядов состоит раппорт. Давайте покажу, как это выглядит на большом образце. Вот так выглядит этот ажурный узорчик, когда связано побольше. Его я вязала из хлопка, то есть он такой вот весь тоненький, воздушный. Можно вязать еще из более тонких ниток, будет еще, так сказать, нежнее он смотреться. Узор практически одинаковый с обеих сторон. Очень вот такой вот нежный, ажурный, воздушный. В принципе, вяжется он несложно, нужно только понять вот эту вот схему, как он вяжется. А как вы видите, он вяжется довольно быстро, поскольку вот два ряда, вот довольно большой. Вот в этом образце у меня всего 6 рядов, а он, в общем-то, видите, такой довольно большой. Очень быстро вяжется рисоночек, и для ажурных вещей, в общем-то, просто прекрасно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У нас с вами еще много интересных неразобранных схем и узоров. У меня много идей и всяких вязальных хитростей. Удачи вам и легких петелек!